Thank you.
Thank you.
vem me vetre dalek mi guasa da nos ya vem me Thank you.
возляющее во всех злых времен, когда огнявый Бога христиана и западных стран подвижа деспота углеша, васен воин и брата своего влакашина краля и иноен велможе многоен някде до шесть десента тысенща избранен войска и пойдаше на изгнание турка, не сундивше як огняву Божию никто же мощна противан стати. Тях убо не изгнашен насами от ниха убиени бъшен. И там у кости иха падашен и непогребени приебишен. И многое множество овове и острие меча умряшен, ово же в запленение ведено быстро. Няци же иха и гонен зновше придашен, и толика нужда и злолютие облиява сен грады и страны западные. Елика ниже уши слышатся, ниже очи видястя. Поубиени же може сего храброго деспота углешен, просипашен сен измаилтяне и полетяше по всей земли, яко птицен по въздуху. И овеха убод християн мечен за калахон, овех же за пленение от вождахон, а оставшиха съмръта безгодна пожен. От съмръти же оставшиниен гладен погублени бъшен. Такова им Бог глад быста по всяка странаха, якови же не быста по сложения миру, ниже потома Христе милостивый не бондет, а их же глад не погуби сиха попущением Божьим влаценощен и днен нападающе санедахом. Увы, умилен позора бя видяти оста земля васяха добрых пуста. Люди и скота иных плодов, небо бя кнеза, ни вожда, ни наставника в людях, ни избавляй он что го, ни сапасай он что го, на вася изпланиншен сен страха измайлицкого. И сърца храбра до блестъвниха можей въжена слабяйша сърца приложиншен сен. И воистину тогда облажах он живой прежде умерших.
Лято же тогда течаше шеститрисечно, осмесетно, семдесент и девенто. Индиктион девети. Прежде убо разбосе го умрять Александр, цар Трновский, и возиде на царство Шишман цара, сына Александрова. Hello guys, I think I'm done for today. I kind of set it up some bases. I don't know where I'm gonna continue this, maybe tomorrow, maybe some other day, depends on the commissions and the work. Anyway, big thanks to all of you who watched and supported. Love you all. Bye bye.